соответственно, приняла сюда, должна была вас попросить стричь. Отсюда посмотреть шире сложно. Отсюда посмотреть шире легко. Если вот этот прием называется нестандартно, если приняла нестандартно, нужно отталкиваться от того, куда ты приняла. То есть должен быть разбор. Принимаешь стандартно, идешь в стандартно. Принимаешь нестандартно, идешь в зависимости, куда идет мяч, ближе к мячу. Это тоже очень важно. Играй! Прием спокойный!
Поехали, заключительный мяч. Закончили?